Так что, дорогие петрозаводчане, привет вам! Маткульт, привет! Сейчас будем с вами это самое разбирать всякие красивые, нерешенные, ну и иногда решенные задачи. Это мел, да? Так, давайте начнем с тренировки мозгов. Я сегодня выяснил, что площадь Карелии составляет очень точно, практически точно 1% от площади России. Прямо с очень большой точностью. Ну, потому что 17 миллионов, там, здесь что-то такое. Вопрос для раскачки мозгов в начале лекции. Сколько процентов составляет Россия, площадь России от площади Карелии? Все! Игра закончена! Призовой не будет. Кто сказал? О, слушайте, отлично. А я вам скажу, не всегда это так быстро. Не всегда. Есть еще такой почти правильный ответ, 9900, когда люди прикидывают все, кроме Карелии, как бы, да, смотрят. Вот, это тоже я засчитываю, как бы. Так, ну отлично. Это значит, ну, я надеюсь, что все после того, как ответ объявлен, да, 10000%, он всеми должен быть понят, да. Ну, это как бы часть работы с процентами. Ну, а мы более серьезными вещами займемся. Так. Гипотеза Колодца. Сейчас я буду вам рассказывать про разные удивительно простые, но нерешенные задачи. Удивительно простые по формулировке. Гипотеза Колодца устроена так. Мы берем любое число и совершаем с ним алгоритмическое действие, которое повторяем до упору, пока не ясно, что значит с ним произошло. А действие такое: мы делим на 2, если оно четно. И утраиваем и прибавляем единицу, чтобы сделать четным, если не четно. И репит до упору. Что происходит с числом? Ну, давайте какое-нибудь число возьмем, например, 13, и давайте с ним поработаем. Например, 13. Я 13 родился, поэтому у меня как бы и простое число, когда какое-то сразу приходит пример в голову, сразу 13. Я с ним там, когда какой-то нужно вот сходу какой-нибудь пример, я беру 13 обычно. Ну, давайте, поехали. Значит, его судьба, куда он идет? 40. Так. Так. Да. И пошел. Пошел цикл. 4, 2, 1. 127. Позвольте мне здесь его не выписывать, займет всю доску целиком. 127. Это, допустим, вот вы можете себе представить, я это так себе представляю. Я залез на 13-метровую вышку, и дальше мне пришлось залезть на 40-метровую. А потом, значит, я слез на 20, на 10, на 5, потом снова запрыгнул на 16 и так далее. Теперь я залез на маленькую горку небольшой величины, и опять я по этой схеме должен двигаться по горам, то вверх, то вниз, да, как в походах часто бывает. С рюкзачком особенно таким хорошим, да, идешь. Вот. Но вот с горы высоты 127 придется забраться на снежные пики Алтая. Больше 4000 в процессе этого алгоритма будет встречаться числа. Но все-таки после огромного количества действий он таки придет 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Вот. Не существует ни одного числа на сегодня открытого, которое бы не закончило циклом 4, 2, 1. Компьютеры включены, ну, знаете, на все нерешенные задачи вот такого переборного типа, существует ли там что-то такое, включены, естественно, мощнейшие компьютеры, которые каждый день там перебирают еще несколько чисел. Каждый день
еще несколько чисел, мы знаем, что тоже приходит цикл 4-2-1. Ну и, как бы сказать, до сих пор контрпримера не произошло, но задача совершенно не решена. Там есть определенные результаты у замечательного ученого, филдсовского лауреата Теренса Тау. Там в определенном смысле почти любое число должно прийти в этот цикл, но это там не определенный этот смысл, это что-то там связанное с какими-то мерами на множестве натуральных чисел. Но, в общем, в любом случае задача не решена до конца, то есть нет ответа, что любое число идет в этот цикл, или что нет, мы ожидаем, что какое-то число не придет. Теперь я задаю вопрос. Представим себе, что завтра, открыв новостную ленту, вы прочли там какой-нибудь, там, не знаю, рок-певец там дал по морде кому-нибудь еще, какой-нибудь там президент объявил кому-то еще какой-нибудь там. Ну, понятно, да, вот что-то там вот это вот весь обычный набор барахла какого-то. И вот вдруг посередине между этого, значит, этими новостями вы видите, гипотеза Коллинза решена, ее решил компьютер. Вот представьте себе, да? И представьте себе, что, о чудо, эта новость верна. Но новости разные бывают. Например, в 2002 году в газете «Известия» было написано: «Российский гений Григорий Перельман доказал односвязность трехмерной сферы». Те, кто знают топологию, полагаю, в этом месте должны ржать. Те, кто не знают, должны выучить ее ржать сегодня вечером. Да, это задание на дом. Вот. И мы даже какой-то запрос пытались, ну, вообще, что такое, ну, газета «Известия» тогда была еще такой, вполне себе. Ну, сейчас уже никто не помнит особо никаких газет, ну, там, какие-то, в общем, сейчас вообще то, что в газете плохая какая-то информация, ложная, это сплошь и рядом. Но все-таки тогда было не очень привычно, мы с папой очень сильно смеялись. Ну ладно, так вот, предположим, что эта новость верна в точном математическом смысле. Гипотеза Коллинза решена, и компьютер, именно компьютер, ее решил. Скажите, пожалуйста, как тогда выглядит решение? Из этого уже можно сделать однозначный вывод, как именно выглядит решение. Как он выглядит? Цикл, да, должен появиться, и который не заходит в 4.0. Да. Только так. В принципе, априори может быть три решения задачи. Первое. Доказательство, ну, какое-то хитрое формальное доказательство, что все числа туда возвращаются. Но это компьютер не может сделать, он не может перебрать все числа. Второе. Предъявление числа, которое уходит в бесконечность. Но, внимание, это тоже компьютер сделать не может. Он может зависнуть на очередном числе. Вот он, в него вложили число, и он там с огромной скоростью убегает куда-то вверх. Ну, ребята, если он там дойдет до 10 в сотой, после чего спустится вниз через примерно 50 миллиардов лет и попадет в цикл 4-2-1, ну, мы разведем руками. Это вполне возможно, теоретически. То есть мы не можем признать, что найдено число, уходящее в бесконечность, если компьютер на каком-то числе зависнет и скажет, что оно не возвращается пока. Это, конечно, будет мощным аргументом доказывать, что это число не вернется. Сесть и доказывать. Но решением это тоже не будет. Поэтому, как правильно замечено, единственный выход, когда действительно компьютер может эту задачу решить, это если компьютер нащупает новый цикл. То есть он нащупает вот нижний, ну понятно, нижний, потому что он к нему идет снизу, да, нижний конец какого-то там хитрого цикла, который как-то там ты-да-да-да-да, и вот, значит, и пошел. Никто не знает ничего. Будет такое, не будет такое. Если будет, может быть, это тоже в районе 10 сотых будет, тогда мы не дождемся никогда. То есть вот как бы такая удивительная задача, удивительная, нерешенная математическая задача. Так, теперь я хочу рассказать, где лежат все нерешенные задачи. Есть такое странное математическое поверье, ну, у нас с друзьями, скажем так, в книгах вы его не найдете, что все нерешенные решения всех нерешенных математических проблем лежат в некоторой комнате. Комната эта называется Пифагоровой.
Почему же она называется Пифагорова? То есть вот если мы найдем Пифагорову комнату, то откроем в нее дверь и найдем все решения всех нерешенных на сегодня математических задач. Кто знает, поднимите руку, что такое Пифагорова комната? Скажи. Это фигура, у которой себя проявляет, ну, длина себя проявляется целыми числами. Диагонали каждой грани являются целыми числами. И все диагонали... Ну, она одна, по сути, по длине. Да. Верно. Это такая комната, в которой 7 чисел являются целыми при некотором выборе масштаба. То есть, ну, понятно, что мы можем выбор масштаба там, нам, если она, например, была корень из двух, мы можем попытаться объявить корень из двух новым масштабом и замерить уже в новом этом масштабе. Ну, вот, то есть, существует масштаб, при котором длины всех сторон, это значит, соответственно, длина, ширина, высота, исчисляются целыми числами, ну, натуральными. Потом, значит, диагонали всех стен, да? Ну, вот это вот диагональ. Такая. Такая диагональ, да? И по этому, по потолку. И это еще не все. Еще главная диагональ, которая идет с того угла вот в тот угол, вот так через комнату. Все 4 такие диагонали будут одинаковые, естественно, длины, они тоже измеряются целым числом. 7 чисел целые. Но мы не знаем, существует ли такая комната. Это еще одна очень просто формулируемая нерешенная задача математики. Задача о пифагоровом кирпиче или о пифагоровой комнате. Вот. Ну и как это значит, часто бывает... Есть ситуация, когда почти все они целые, то есть 6 чисел из 7 могут быть целые. По-моему, какой-то пример с миллиардами там примерно, это когда целое все, кроме главной вот этой вот самой длинной диагонали, по-моему, так. Ну, в общем, может быть, даже есть и пример, когда все, кроме какой-то другой. Ну, так или иначе, точно есть пример, когда 6 из 7 чисел являются целыми. Но все числа пока вот никого не получается доказать, что это невозможно. Вот. Ну и... Ни у кого не получается ее предъявить. Перебор, опять же, тоже тут как бы пока ничего не дает. Тут, опять же, может, компьютер и решит. Представьте, там вы просыпаетесь, а компьютер вам говорит, эй, вот она. Ну и приводит эти числа, их после этого, как сказать, если вам предъявлены эти числа, вы легко проверите, что они могут являться соответствующими реквизитами комнаты. Да? Теорема Пифагора несколько раз применяете. Вот. Ну и, кстати, о теореме Пифагора. Тут как бы тоже интересная история из решенных и нерешенных задач, которая выводит на самую-самую современность. Давайте про это поговорим, а потом перейдем к загадкам простых чисел, которых лютое множество есть. Значит, теорема Пифагора говорит, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы в прямоугольном треугольнике, да? Ну и ставится задача о том, чтобы они все были целые. Ну, натуральные, понятно. Вот. То есть, чтобы катеты были целые и гипотенузы целые. Ну, то, что так бывает, мы знаем, да? Там несколько первых примеров, там 3, 4, 5, да, 5, 12, 13. Есть такие довольно примеры, причудливые, типа 20, 21, 29, да, можно ставить отдельно задачу, найти все, которые, у которых катет длинный от гипотенузы отличается на 1. Это один вид таких треугольников, вот такие описываются совсем просто. Такие, которых два катета отличаются на единицу, описываются достаточно сложно, освоиться к так называемому уравнению Пелля. Y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1. Ну, это тоже такая, как бы, это знаменитые диофантовые уравнения. Есть целый набор знаменитых диофантовых уравнений. Вот. И есть задача вообще описать все прямоугольные треугольники с целыми сторонами, которая полностью решена, там, типа, несколько тысячелетий назад. То есть с доказательством это, ну, в районе Древней Греции вместе с доказательством. Ну, и там есть формулы для всех таких треугольников. Ну, и дальше история шла... Следующей дорогой. Дальше естественным обобщением
служит, конечно, вопрос вот такого рода, да? А что, если мы поставим здесь кубы? Вообще, математика развивается так, что она, вот когда какая-то задача полностью разобрана и ясна, то у ученых возникает вопрос, а что, если мы ее усложним, да? Усложним и попробуем решать вот в новом сложном виде. Естественно, выросшим из предыдущего простого. Вот, и вот, собственно говоря, Пьер Ферма, да, он этот вид, он записал так, ну и сразу всеми остальными видами, то есть он вообще сразу написал, что вот в то же время, пишет он, сумма кубов не может быть кубом, сумма четвертой степени и так далее, сумма n-х степеней не может быть n-х степенью. Вот. Дальше, значит, что было? Дальше была целая история. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Предыдущая моя лекция. А кто был на предыдущей моей лекции? Если про малую, то, конечно, я расскажу про большую чуть подробнее. Значит, смотрите. Это великая теорема Ферма. Все, конечно, знают, да, ее знаменитая проблема. Вот. И у нее там очень интересная история. Вначале пытались доказывать при разных конкретных n. Доказательства с четвертыми степенями предъявил лично Ферма. Доказательство с кубами поддалось Леонарду Эйлеру. Это одно из самых сложных доказательств математики, которое, ну вот лично я способен вообще понять. То есть это вот мой предел. Вот как доказать великую теорему Ферма при n равно 3, я еще понимаю. Но существенно там более сложный результат, я уже не могу понять, у меня голова не удерживает все цепочки, то есть вот это мой предел сложности. Вот если кому-то вот это дается легко, значит вы гораздо умнее меня. Вот. Но я всем предлагаю разобрать, это очень, ну как бы у меня там в интернете это есть, это вызов мозгу, это тренировка головного мозга проследить за всеми цепочками, как это строится, как там одно за другим вводятся специальные числа. В них идет работа, с ними там знакомятся, какие-то теоремы про них доказываются, и потом в конце концов получается, что даже в этих специальных числах, которые расширяют целые, нет решений, тем более нет и в целых. Ну, в общем, такая история. Потом, значит, были прорывы, где-то 200 лет назад все это происходило. Ламе предъявил доказательство при n равно 5, по-моему, и 7. И дальше быстро сказал, и при любом n, короче, объявил, что он умеет доказывать великую теорему Ферма. И в процессе доказательства возник такой момент. Он использовал некие специальные числа. Ну вот у нас есть целые числа, да? Целые числа включаются в некоторые другие системы. Вот есть такие числа, называются гауссовые. Это целые комплексные числа. То есть комплексные числа, у которых и первая, и вторая компоненты целые. Значит, их можно, как и любые комплексные числа, их можно перемножать, но если перемножать вот такие целочисленные, то получаются тоже целочисленные. То есть умножение не выводит за пределы этой системы. Ну и в математике это называется специальным термином кольцо. Говорится, что это кольцо, они образуют кольцо. И вот был такой метод общий, что рассматриваются разные такие вот кольца. Ну то есть система чисел, похожая на целые числа по арифметическим свойствам, что плюс... Минус и умножить можно выполнить, а разделить не всегда. И за счет того, что разделить не всегда получается, возникает очень интересная теория делимости, там, при каких условиях что на что делится, там, какие-то выводы, свойства. И потом на основании этих свойств выходит там, на получение результата. Там, скажем, вот здесь это было написано А плюс Б на А плюс b омега на а плюс b, значит, омега квадрат равно c в кубе, где, значит, омега — это некоторое специальное число, входящее там вот в новые целые числа. И дальше бы применялась основная теорема арифметики с разложением на множители простые, что единственное разложение на простые множители. И поэтому, ну, грубо говоря, это грубо, я очень грубо говорю, там очень много оговорок. Каждый из этих должно было бы быть кубом, и из этого выводится противоречие. И Ламе предъявляет общее доказательство, основанное на таком же трюке. И один человек в зале говорит: скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что основная теорема арифметики, которая верна в обычных целых числах, верна в вашей системе чисел?
И Ламе говорит, а разве это не очевидно? Он говорит, очевидно, дорогой товарищ, только то, что строго доказано. Вы ввели какую-то систему чисел, да, про целые числа, мы это доказываем, у нас алгоритм Евклида, у нас там серия вспомогательных лем, уравнение Диофанта, там свойства делимости на простые, да, что если два числа не делятся на какое-то простое, то и произведение тоже не делится. Почему вы уверены, да? Почему вы уверены, что эти все шаги будут верны? Ну и в конечном счете вообще, почему вы уверены, что в принципе она верна? Что... Ну, говорит, ладно, я сейчас подумаю. Пошел, подумал и пропал. Говорит, ничего я не могу решить, ничего не могу сказать. Ну давайте, когда докажете сами основную теорему арифметики в этих кольцах, тогда и возвращайтесь, я вам предъявлю доказательства, да? Проходит еще некоторое время, приходит мужик и говорит, а у меня для вас, господин Ламе, плохие новости очень. Какие могут быть плохие новости? Вы не можете доказать? Нет, я могу опровергнуть. И, значит, вот в том кольце, в котором надо решать вот такое уравнение, основная теорема арифметики просто неверна. Вообще. Предъявляется конкретный пример. Вот два простых, и вот еще два простых. Перемножаем одно и то же. Ну, тут Ламе уже полностью пригорюнился. И эта работа была передана другим людям, таким как Куммер, который очень долго жил, весь 19 век он жил и решал теорему Ферма в том числе. Но он очень много чего придумал, помимо теоремы Ферма, ну, как бы, я думаю, что где-то полжизни его. Он доказал ее для всех n меньших 100. Ну, она выводится, в принципе, можно свести к простым. Смотрите, можно свести к простым следующим образом. То есть я утверждаю, что если мы доказали про простые и отдельно про четверку, вот так, если мы доказали про простые и отдельно про четверку, то тогда мы уже ее доказали для всех показателей. Провести рассуждение, почему это так? Давайте проведем. Ну, про четверку мы знали уже со времен Ферма, поэтому как бы это не надо изучать. А тут оказывается, что в результате она сводится к простым. Почему? Потому что вот у меня есть уравнение АВН плюс БВН равно СВН. И у N должен быть какой-нибудь простой делитель или даже несколько. Да? Ну вот мы разложим N на множители. Да, но простые, понятно, тут P больше 2, потому что для двух она просто неверна. Имеется в виду для нечетных простых чисел, для всех. Вот, значит, вот смотрите, есть первая возможная ситуация, что у n есть какой-нибудь нечетный простой делитель, то есть делитель 3, 5, 7, 11 и так далее. Это первый вариант. Тогда все, потому что я просто пишу, что n, значит, делится на p, значит, соответственно, а в степени n — это просто а в эльты в степени p, правда? И у меня получается вот такое вот равенство, которое сразу противоречит теореме Ферма при показателе p. То есть если про p мы уже доказали, что такого не существует, то тем более и при n, потому что это просто частный случай. Это когда еще и то, что стоит здесь, еще и имеет специальный вид. Но если вообще никогда невозможно, то и в специальном виде тоже невозможно. То есть логически это означает, что из того, что доказано для какого-то p, следует для всех кратных ему. Но есть еще один случай, когда у нашего числа n не существует ни одного нечетного простого делителя. Скажите, пожалуйста, что это означает с точки зрения числа n? Все. Кто сказал степень двойки? Так. Значит, если у n натурального, да, нет нечетных простых делителей, то n равно 2 в эльты. Ну, после того, как я это произнес, это становится очевидным, правда? Потому что, значит, нет нечетных простых делителей. Ну, тогда разложите на множители, посмотрите, какие там делители. Значит, получается, у него только четные простые делители. Но четный простой делитель 1, это число 2. Значит, соответственно, он является степенью двойки. У него нет других делителей, значит, он дважды дважды два. Но если он степень двойки, тогда, ну, тогда он делится на 4. Ну, кроме случая, когда он равен 2, но это, как мы знаем, уже как бы нет смысла рассматривать, потому что при 2 теорема Ферма неверна. Значит, соответственно, для всех, кроме 2, получается делимость на 4. Делимость на 4 в точности также, да, это означает, что при нашем n будет
А в какой-то там степени К, которая тоже степень двойки в четвертой, плюс B в степени К в четвертой равно C в степени К в четвертой, что противоречит уже достижениям самого Ферма. Все. Свели, да? Свели к простым. Итого, значит, нужно изучать только простые. Ну вот их изучали, изучали, там постепенно поднимая эти P. На этом пути, к моменту, когда я сам спросил у папы, что такая великая теорема Ферма, было это в 1983 году, вот, и он мне сказал, ну вот такая вот теорема, и доказана она для всех n меньших 100 тысяч. Уже к тому времени было вот так, но вот какая-то, видимо, да, досадная была ситуация, что можно было все дальше и дальше расширять множество тех n, при которых она доказана, что верна. Но расширяли теми приемами, которыми все числа никак не покрывались. То есть там были даже какие-то частные случаи. Есть там случай Софи Жермен, была замечательная тетя, значит, в Германии. Она под кроватью занималась математикой с потаенным фонариком, потому что отец ее за это избивал нещадно. Это было не женское дело тогда. Вот. И, соответственно, она, прячась от него, занималась математикой, написала Гауссу. Гаусс сказал, я человек великого, как бы это сказать, ну вот, взгляда на вещи, я считаю, что то, что вы женщина, не препятствует вашим занятиям математикой. Вот. И ваши изумительные совершенно результаты, говорит Гаусс, меня просто поразили. Она доказала для целого ряда простых, для специальных простых, при которых P минус 1 пополам тоже простое. Там такой специальный случай, Софи Жермен. Ну и, по-моему, там еще какое-то дополнительное условие. Но в любом случае это было доказано для бесконечного множества уже показателей сразу. Но не покрывающего все. И вот эти вот случаи, которые были уже разобраны, они никак не получалось ими покрыть все простые числа. То есть оставались какие-то лакуны, не было понятно, что делать. Дальше появился Эндрю Уайлз и разбомбил эту теорему с помощью алгебраической геометрии современной, сложнейшей науки, в которой я ни бельмеса не понимаю, к сожалению, так и не смог понять. Хотя я на кафедре алгебры было долго ею занимался, пытался разбираться, сошел с рельсов и занялся теорией игр. Она оказалась гораздо проще. Вот. Выдаю вам правду. Но вот эта алгебраическая геометрия позволила Эндрю Уайлзу, значит, доконать великую теорему Ферма в 1993 году. Тоже интересно там было, он не сразу нашли ошибку. Он сам нашел ошибку, когда писал статью. То есть вначале не нашли ошибку. Потом он нашел ошибку, потом исправил ошибку. И вот в момент, когда он исправил ее, была такая ситуация, была война в Москве за Белый дом. Стреляли из оружия туда, по Белому дому. И мы все смотрели из здания МГУ на это. Вошел наш преподаватель по алгебре и сказал, ерундой вы все занимаетесь. Это все забудут завтра. А знаете, что произошло сегодня? И Эндрю Уайлз исправил ошибку. Теорема Ферма доказана. Вот. Ну, мы говорим, да ладно, ну, наверняка завтра найдут новую. Но не нашли, и вот все, все проверили, все верно. Да, но опять же, а что происходит, когда доказывают, да, когда доказывают какую-то великую эпохальную теорему? Годы жизни 1637-1994, понимаете? Большинство сидящих здесь было моложе меня в 94-м году, вы представляете, да? То есть я как бы вырос вот до взрослого состояния в мире, в котором не доказана теорема Ферма, в котором она является гипотезой. И еще половину жизни прожил, соответственно, уже в ситуации доказанной. А вы уже в большинстве своем родились в мире, в котором она доказана, да? Но вот на самом деле ей на смену пришла другая великая гипотеза, которая как зонтиком покрыла все, в том числе и великую теорему Ферма. Как зонтиком таким. Вот сейчас я вам расскажу. Есть целый ряд задач. Если мы берем вот такое уравнение, то его, естественно, обобщить на что-нибудь вида а в степени x плюс b в степени y равно c в степени z. Правда? То есть еще поварьировать, да, все эти показатели между собой. Но строго говоря, так бывает. Например, 11 квадрат плюс 2 в квадрат, чему бы вы думали, равно? 5 в кубе. 2, 2, 3. 2, 2, 3 получается, случается иногда. Но вот оказывается, что если чуть больше еще поднять, то уже нет контрпримеров.
Ну, естественно, мы требуем взаимной простоты ABC уже здесь. Иначе, 2 в степени 5 плюс 2 в степени 5 равно 2 в степени 6. Вот, так что, конечно, нужно требовать взаимной простоты. Ну и есть некоторые варианты еще. Варианты, например, такой вариант. Когда степени стоят рядом. Степени стоят рядом. То есть, иными словами, когда b равно единице, вот a в степени x плюс 1 равно c в степени z. Вот когда такая ситуация возникает, что вы перечисляете натуральные числа, и в нем прямо подряд два числа являются степенями каких-то чисел. Ну, вы, конечно, можете назвать мне, когда это происходит, правда? Кто скажет первый? 8. Отлично. 8 и 9. 2 в кубе плюс 1 равно 3 квадрат. Гипотеза. С 2002 года теорема доказана. Доказана. Довольно недавно. Каталана. А это, кстати, гипотеза Билла. Гипотеза, теорема Каталана. А в степени x плюс 1 равно c в степени z. Ну, тут нужно, естественно, потребовать, что x и z больше единицы, иначе, ну что, то есть степени, ну, настоящие степени, без дураков. Вот. А и c больше нуля. Все, соответственно, натуральные все эти числа только в этом случае. То есть только при a равно 2, x равно 3, c равно 3, z равно 2. Все. Во всем бесконечном натуральном ряду никогда рядом не стоят две степени, кроме случая 8 и 9. Никогда. Это доказано. Это очень трудно. Я не могу разобрать это доказательство. Оно очень сложно. Даже как теорема Ферма тоже не могу разобрать. Ну вот, появляется такая, как бы это сказать, объемлющая вот это все гипотеза. Давайте я, чтобы объяснить ее суть, я к ней немножко подведу. Здесь утверждается, что степени, да, не могут стоять, вот, не могут образовывать такую ситуацию. Да? Здесь, что даже разные степени, здесь там немножко упрощается. Вот. Так, ну вот как бы попробовать это все обобщить? Вот идея такая, что если у меня два числа в сумме дают третье, то в их разложении на простые множители нет слишком высоких степеней. То есть вот идея такая, да? Грубо говоря, вот я беру 2 в пятой на 7 квадрат на 11 в кубе, например. И прибавляю, ну что бы я прибавил? Ну хотите, прибавим 13 в девятой. И еще умножим, не знаю, на что хотите, на 101 в четвертой, да? Ну, это и это имеют какие-то очень высокие степени в разложении простых, да? Вычисляем вот здесь число. И оказывается, что оно равно там типа P1, P2, т.д. PR. Ну не прямо так. Но если появляются какие-то степени, но они как бы не очень высокие уже. То есть вот такой, грубо говоря, вот такой ситуации не бывает, чтобы это оказалось равно, там, скажем, 2017 в 7 умножить на 17 там, в 4. Ну вот я так условно совершенно написал, не знаю, может там по порядку даже это очень разные вещи. Но, грубо говоря, вот такого уже быть никак не может. То есть из трех чисел, которые составляют вот такое равенство, как просто а плюс b равно c. Почему называется гипотеза ABC, да? Потому что она исходит из некоторого утверждения про любое вообще равенство вида а плюс b равно c. То есть как бы она является, ну, максимально общим, чем-то невероятно общим утверждением. И из него что-то следует. Но вот что именно следует, это надо понять. То есть мы должны формализовать утверждение, что нет слишком высоких степеней. Формализовать каком-то, ну, логически строгим утверждением, сделать, да, его. Давайте я сейчас сделаю его в двух разных видах. В одном простом, но на самом деле, не очень строгом, простом, но
все же не в том виде, в котором его сформулировали в 1985 году, а потом уже в максимально строгом, именно в том, в котором оно сейчас существует, и ну, влечет великую теорему Ферма в одну строчку просто. То есть я здесь сейчас эту строчку произведу. То есть сейчас при условии гипотезы АБЦ, которую я сейчас сформулирую, мы сразу же выведем великую теорему Ферма в максимальной общности. Вот. Итак, формулировка номер один. Формулировка номер один. Да, кто следит за временем? У меня-то времени много, у меня 22.00 поезд в Москву, да? Правильно? Или 22, да? 00. То есть мы можем, ну там, час еще спокойно, да, поработать, или вы устанете? Час нормально, да? Вот, как это? Как Винни-Пух говорил, да, до пятницы я совершенно свободен. Вот, но я не до пятницы, я до 22.00, а вон поезд, вон. Как Петрозаводск чрезвычайно удобно, я уже говорил вот, ребятам, что исключительно удобно. Тут нельзя опоздать на поезд, ну как бы, тут, ну, может только просто его просидеть здесь, да, и все. Но нет пробок, которые бы помешали опоздать на поезд. Мы в Воронеже тогда, так был обидно, я вам не могу передать. Вот после лекции куча народу пришла фотографироваться, а у меня поезд через полчаса. Я говорю, да мы за 10 минут доедем. Меня физически схватили и утащили. Нет, говорит, пробки огромные. В результате мы доехали за 10 минут, потому что так вышло, что пробок не было. Ну и как бы получилось, что кто-то обломался, и не... вообще ужасно не люблю этого. Вот. Но тут все четко. Вот. Поезд рядом, никаких дел до поезда у меня больше нет. Все, я уже весь день катался на лыжах, проехал 64 километра трижды по этой самой полностью круглой. Так что сейчас мы с вами хорошенько поработаем. Итак, формулировка номер один. Пусть А плюс Б равно С. Вот она так и начинается. Пусть А плюс Б равно С. Но только маленькая оговорочка, где А, Б, С, как думаете, какие? А? Ну это да. Больше нуля, целые, да, то есть натуральные. И вот еще нужна оговорка. Нет, нет, нет. Будет более общая, чем в степени чисел. Нужна оговорка вот в стиле, которую я упоминал, когда писал А в степени x плюс b в степени y равно c в степени z. Нет. Правильно! Взаимно простые. А какие бывают взаимно простые? Бывают совокупности и попарно, правда? Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, наверное, имеется в виду взаимно простые попарно. Да, но дело в том, что если А плюс Б равно С, то совокупная взаимная простота эквивалентна попарной. То есть мы можем потребовать, чтобы у них не было ни одного общего для всех трех чисел делителя. Из этого будет следовать, что и ни у какой пары тоже нет, потому что если А плюс Б равно С, и у вот этих двух, например, есть делитель 3, то понятно, что А тоже делится на 3. Вот, то есть в данном случае не важно, как именно требовать взаимной простоты попарной или взаимной простоты в совокупности. Поэтому пусть А плюс Б равно С, где это взаимно простые числа. И вот теперь уже теперь я пишу тогда. Тогда С сейчас скажу, меньше, чем возведенное в квадрат произведение всех простых делителей числа А, Б, С. Все. Думайте, что, да, то есть как бы примеряйте к себе. То есть А равно P1 в степени альфа 1 и так далее, PR в степени альфа R, ну, разложение, каноническое разложение натурального числа на простые множители, различные в степенях, B равно Q1 в степени бета 1 и так далее, QL в степени бета L,
Ну, понятно, мы требуем, чтобы эти все были различные. И кроме того, здесь никаких общих нет, потому что они взаимно просты попарно. Ну и у С еще какой-то набор уже совершенно тоже новый. Так, какой буквы не было еще? У меня всегда проблемы выбрать буквы. S еще не было, да? S1 в степени гамма 1 и так далее. S, ну, M в степени гамма M. Вот если мы разложим, то тогда здесь будет написано, что C меньше, чем P1, P2, так далее, PR, Q1, Q2, так далее, QL, S1, S2, так далее, SM в квадрате. Вот такая гипотеза ABC. Ну, в самой простой форме ни одного контрпримера не существует на сегодня. Ни одного. Ни одной тройки, которая бы этому удовлетворяла. Ну, на самом деле, все-таки классическая формулировка, она звучит немножко иначе и немножко более сложно. То есть вот это понятно школьникам, да? Поднимите руки, школьники в зале. Понятно, да, здесь все? Формулировка, да? С меньше, чем произведение всех этих простых в квадрате. Формулировка номер два будет школьникам, может быть, не так понятно, но студентам будет понятно обязательно. Смотрите, как она звучит. Но может, если тут школьники такие непростые, там, олимпиадного формата, да, то тоже будет все понятно. Значит, выглядит утверждение так. Начало то же самое. Ну, в общем, я вот произнесу вот эту всю преамбулу, да? Взаимно простые. А плюс b равно c, и вот это все. Тогда для любого эпсилон большего нуля вещественного числа, для любого вещественного эпсилон больше нуля существует конечное, только конечное, не бесконечное, а конечное количество равенств вот этого вида, да? Ну, то есть, на самом деле, можно было вот вначале как бы даже не писать, просто сказать, для любого эпсилон больше нуля существует только конечное количество равенств вида А плюс Б равно С с взаимно простыми АБС таких, что С больше, чем P1, P2, так далее, PR, Q1, Q2, так далее, QL, S1, S2, так далее, SM. Ну, кто дополнит, в какой степени? Не совсем. 1 плюс эпсилон. Ну, хорошая, да, хорошая догадка, что именно эпсилон, но нет, на самом деле 1 плюс эпсилон. Дело в том, что стереть эпсилон здесь нельзя. Это будет неверное утверждение. То есть, если я вот так напишу, то я сделаю неверное утверждение. Существует бесконечное количество контрпримеров к утверждению о том, что c больше. Вот, а вот так, ну, в смысле, что, короче, в бесконечном количестве случаев c больше произведения всех простых. Бесконечном. Есть целые семейства, которые приводятся там разного вида. Более того, даже я летом обнаружил, у меня одна из научных работ, ну, такая как бы на грани интересности, это некое семейство таких троек новое. Но там этим занимается огромное количество народу, там этих семейств. Это вообще стало таким на телеграм-канале ABC.com чуть не 200 тысяч там подписчиков, по-моему, очень, очень много. То есть в мире куча народу интересуется гипотезой ABC. Ну и вот в этом, значит, не в этой формулировке она не доказана, но вот считается так, что считается, что может быть, вот все-таки это и будет какое-то противоречие найдено, может быть. Но вот это утверждение все в него верят, все ученые. Ну давайте сделаем следующее. Во-первых, приведем несколько примеров, когда вот это неверно, да, то есть с единицей. Во-вторых, выведем из вот этого великую теорему Ферма. Ну, еще хочу сказать, что вот,
вот такое вот число, P1, P2, и так далее, PR, называется радикал. Это не политика, это математика. Радикал. Радикалом числа P1 в степени альфа 1, так далее, PR в степени альфа R. То есть R от N – это произведение радикал. Радикал R от N – это произведение всех простых делителей. Делителей N, ну, по одному разу. То есть когда мы берем и степени все стираем. Вот такое число называется радикалом. Ну, например, радикал, там, радикал 100. Чему равен? 10, правильно. Радикал там 27. Чему равен? Просто 3, да. Вот, в терминах радикалов проще и формулировать это проще. То есть здесь просто надо написать. Теперь можно написать c меньше, чем радикал ABC в квадрат. А здесь, соответственно, написать, что только конечное количество равенств, при которых c больше радикала ABC, да еще и в степени 1 плюс эпсилон. Вот, то есть удобнее формулировать гипотезу ABC через концепцию радикала числа. Ну, поехали. Начнем с теоремы Ферма, да? Поехали. Пусть АВН плюс БВН равно СВН. Можно их, естественно, считать взаимно простыми. Потому что если какой-то простой выделяется, то он, опять же, простой делитель этих двух будет простым делителем этого. Сокращаем на него ВН. Вот, и так далее. То есть можно считать, что в теореме Ферма они все взаимно простые, причем попарно. Тогда, так, попарно... Взаимно просты. Тогда, тогда вот это, да? Подставляем. Тогда cvn меньше, чем радикал avn, bvn, cvn в квадрат. Согласны? Это применил гипотезу ABC. В школьной форме, назовем это так. Так? Теперь это, естественно, радикал ABC венный. А венный, бвенный, цвенный — это ABC венный. Все это в квадрат. А вот теперь скажите, пожалуйста, а чему равен радикал n степени числа? Просто самому радикалу. Отлично! Просто радикалу числа, потому что простые делители те же самые у n степени и у числа. Поэтому оказывается, что вот так, да? Дальше. Радикал любого числа, давайте рад, да, я тут написал r, рад. Рад n, несомненно, не превосходит n. Кто будет спорить, что произведение простых делителей числа не больше, чем оно само? Мы стерли степени, да, мы могли только уменьшить. Иногда оно равно. Если оно равно числу, тогда и только тогда, когда n, как мы называем, свободно от квадратов. Слышали такое выражение, да? N свободно от квадратов. То есть не включая, не делится на квадрат какого-либо натурального числа, кроме единицы. Вот. Тогда мы говорим n свободно от квадратов, и для таких чисел радикал совпадает с самим числом n. Но в остальных случаях он, по крайней мере, уж точно не больше. Поэтому я могу написать, что это меньше или равно a b, c в квадрат. Согласны? Дальше. Если это натуральные числа, ну, по условию, понятно, в теореме Ферма, то a и b явно меньше c. Согласны? Значит, это меньше, чем c на c на c в квадрат. То есть... c в шестой. Итак, если это верно, то c в n меньше c в шестой, что означает, что n меньше 6.
Рен меньше 6, теорема Ферма была известна в 1822 году. Ламе. То есть, когда Ламе добил случай n равно 5, или Даламбер, кстати, может, я ошибаюсь. Ламе — это 7, Даламбер — 5. Ну, в общем, это было уже 200 лет назад, все известно. Эйлер справился с n равно 3, Ферма с n равно 4, Даламбер с n равно 5. А мы видим, что если она верна, то она может быть... Ну, в смысле, если она не верна, великая теорема Ферма, то она может быть не верна только вот при таких n. Ну, а про них мы уже все знаем. То есть из гипотезы ABC сразу следует для более высоких n все. И все готово. Вот такая вот зонтичная замечательная гипотеза. Ну и хотел еще привести несколько случаев, может быть, даже вместе. Вместе, перед тем, как мы перейдем к загадкам простых чисел, давайте приведем несколько случаев, когда c все-таки больше просто радикала. Вот без квадрата, без 1 плюс эпсилон. Просто вот, когда c больше радикала. Любая ситуация a плюс b равно c, при условии, что c больше этого радикала, то есть произведения простых, называется тройка ABC. Это вот такой термин. Тройка ABC называется ситуация, когда c больше, чем это произведение. Так, ну давайте вот я пока стираю, приведите мне... Просто вот придумайте кто-нибудь быстро какую-нибудь тройку АБЦ. Может, кто-то до самой маленькой догадается. Самая маленькая тройка АБЦ. 1, 2, 3. Нет, потому что 3 меньше, чем 2жды 3. А нужно, чтобы третье число было больше, чем произведение простых входящих в них. Но, тем не менее, где-то недалеко. Как? 3, 4, 5 — это очень хорошая заявка на победу, но все-таки, нет, в смысле 3, 4, квадраты, да? 3 квадрат, 4 квадрат, 5 квадрат. Это хорошая заявка на победу, но 5 квадрат все-таки меньше 30. Чуть-чуть, но меньше. Что? 1? Ну только не 2, 9, а? Ну нам нужно, чтобы a плюс b было равно c. Тогда? 1,8,9. Угу. Да. Первая тройка АВС это 1 плюс 8 равно 9. 9 больше, чем произведение простых, входящих в эти самые. Следующая тройка АВС. Ну, следующая, я не помню, следующая или не следующая, но по крайней мере 27 плюс... 27 плюс 5 равно 32. Это степень тройки, это степень двойки. Это пятерка, произведение равно 30. Еще более впечатляющее вот с таким же радикалом это 80 плюс 1 равно 81. Здесь четвертая степень тройки, здесь четвертая степень двойки умноженная на 5. То есть все равно получается та же самая тридцатка. А самое большое, наверное, которое есть с тридцаткой справа, 2, 3, 5. Ну, это первая идея, да, чтобы было простых 2, 3, 5. Вот самое большое... Это, видимо, 125 плюс 3 равно 128. Вот. Ну и в дальнейшем мы, скорее обычно будем писать вот именно в таком сразу виде. 5 в кубе плюс 3 равно 2 в седьмой. Вот это очень хорошая тройка АВС, уже сильная, с большим, как говорят, с хорошим фактором. Что такое фактор? Фактор тройки АВС это логарифм c по основанию радикала АВС. Логарифм — это то, в какую степень надо возвести низ, чтобы получить верх. Это если кто-то из 9 класса и раньше, да, то еще может не знать. Но это вот такое как бы понятие, да, сколько раз нужно умножить вот это на себя, чтобы получить вот это. Вот, вот это вот называется фактором, и про него идет как бы борьба. Ну вот в частности, когда я сформулировал в школьном виде, что я на самом деле утверждал, что никогда не бывает... Вот этот фактор, что? Кто помнит формулировку? Угу. Совершенно верно. Там квадрат стоял, да? Там стоял квадрат. То есть на самом деле вот что утверждается. И действительно ни одного контрпримера нет. Но естественный вопрос.
На сегодня какой самый крутой пример вообще? Самый крутой, который только есть. Какой самый крутой пример? Сказать вам какой? Его случайно обнаружил некто по фамилии Рейсат. Это его чемпионский пример. Если вдруг вам по пути на дороге от университета к дому попадется тройка АБС с большим фактором, вы зачеркнете здесь это имя и напишите ваше, Иванов там, например. Понятно, да? То есть, значит, на самом деле, вот это удивительная деятельность. Тут можно случайно, абсолютно случайно что-то открыть. Это всех интересует. 200 тысяч там глаз на вас смотрят, да? Если, вот этот человек знаменит только потому, что больше ни одного, больше его тройки АБЦ, никто не придумал фактора. Его фактор равен 1.6299. И он, конечно, меньше двух, но уже очень серьезный. Вот здесь очень неплохой фактор. Здесь типа 1.4, по-моему, или 1.3. Ну, в общем, такой очень, очень серьезный. Там все, что выше 1.3, запротоколировано в виде такой простыни имеющихся троек АБЦ. А все, что выше, чем 1.5, это чуть не 10 троек всего вообще, в принципе, во всей истории. И две из них больше, чем 1.6. И вот я вам сейчас расскажу, как он это получил. Сейчас сделаю странную манипуляцию. Знаете, какую? Я напишу число 23 девятых зачем-то. И разложу его во что? Да, кто сказал в цепную? Да, в цепную дробь. Так, это чтобы вспомнить коэффициенты на самом деле. Мне просто сейчас нужны коэффициенты некоторые, я сейчас их вспомню. Значит, 2, да, плюс 5 девятых. То есть 1 разделить на 9 пятых. То есть 1 плюс 4 пятых. То есть 1 делить на 5 четвертых. То есть 1 плюс 1 четвертая. Правильно? Так? Теперь зачем это все? А вот зачем. Рейсат подумал. А давай-ка я пораскладываю корни каких-нибудь больших степеней из различных простых чисел в цепные дроби. С помощью компьютера. Тупо просто с помощью компьютера. Вот взял и перебор там, начиная с простого числа 2, перечисляя тройку, пятерку, семерку. Тройка, семерка, туз, да? 3, 5, 7, 11, 13, допустим, до 100, ну не знаю, до 1000, ну до какого-нибудь там с лишним, тысяч, ну там, до 2017, хорошо, вот до последнего года, который был простой. Но я не знаю, до какого он запускал этот перебор. И гем тоже, начиная там, например, с двойки до... Нет, двойку бессмысленно брать по некоторым причинам, о котором вообще можно отдельную лекцию читать по причинам, почему нельзя брать двойку. Начиная с тройки и дальше. 3, 4, 5, не знаю, до 10, до 20. Ну вот он, значит, заказывает компьютеру перебор, допустим, там миллиона разных корней, разных степеней из простых чисел, чтобы они были разложены в цепную дробь. Это вот когда выделяется целая часть, да? Кто знает, что такое цепная дробь? Так, ну вот это вот то, что я сейчас сделал просто. То есть я привел пример. Цепная дробь — это когда я из числа выделяю целую часть и остается дробная. Но это еще не цепная дробь. Я теперь должен дробное перевернуть, написать вот так, 1 разделить на 1 делить на дробную часть. Это то же самое, что дробное, правда? Но только здесь уже опять больше единицы. И я опять могу выделить целую и оставить дробную. Вот 1 делить на дробную. Ее я опять переворачиваю. И повторяю процесс до бесконечности. Вот это называется цепная дробь. Есть огромная наука, есть книга нашего Хинчина про цепные дроби. Это удивительная наука, где огромное количество открытых проблем. Но об этом тоже целая отдельная лекция должна быть. Я сейчас просто рассказал прием. Вот такой прием очень важен в математике. Прием разложения цепной дроби. Значит, теперь вопрос, что же он тогда ищет? Ну вот он раскладывает, они все будут бесконечны. Это довольно простая теорема, что цепная дробь конечна тогда и только тогда, когда число рационально. То есть представляет собой обычную дробь. Если оно рационально, то цепная дробь заканчивается. Если цепная дробь конечна, то вы ее сворачиваете в рациональное число. Поэтому, в частности, если вы
предъявили бесконечную какую-то цепную дробь для какого-то числа, то оно заведомо является иррациональным. Это очень удобно. Как раз для корня из двух очень удобно провести цепную дробь. Она будет очевидным образом бесконечной, из чего будет следовать, что корень из двух – иррациональное число. Это самое простое доказательство про иррациональность корня из двух, наверное. Ну вот у вас будет всегда здесь бесконечное. Что же он ищет? Он говорит, ну вот, допустим, возьмем первые 10 коэффициентов, итого миллион уже, да, у меня был миллион, ну 10 миллионов, да, но это все еще компьютер умеет. И говорит, дайте мне ситуацию, когда какой-то коэффициент имеет очень большую величину, например, больше 100. Зачем? Зачем? Кто может объяснить, в том числе и взрослых? Или хотя бы попробовать догадаться, зачем ему это нужно? Причем тут тройки АБЦ? Вот как это связано с тройками АБЦ? Вот это странная деятельность. То есть мы берем, извлекаем корни разных степеней из разных простых чисел, раскладываем цепную дробь и ищем вот такие вот коэффициенты. То есть когда дробная часть казалась там равной 0.005, да, тогда переворачиваем там 200 сразу. Вот такие ситуации он отлавливает. Зачем он их отлавливает? Ну давайте вместе поймем. Предположим, что здесь стоит огромное число, огромное. И дальше еще плюс к нему еще какой-то хвост. Значит, то, что в знаменателе у единицы, очень велико, да? Но тогда единица, деленная на это, что? Очень мала. А значит, вот это иррациональное число очень близко к некоторому рациональному, а именно вот этому. Когда я его сверну в обычную дробь. Напишу там p делить на q. То есть получается, что... Ой, только я p уже занял. t делить на q. То есть когда ваш компьютер вам отлавливает огромный коэффициент, это означает, что корень m-той степени из p невероятно близок к t делить на q, где t и q — натуральные числа. Теперь вы догадываетесь, где здесь тройка ABC может быть? Ну-ка. Знаете, какая гениальная идея? Гениальная и очень простая, совершенно элементарная. Этой тройке там 15 лет, наверное. То есть это все свежая наука, хотя она основана на идеях там совершенно древних. Ферма еще, Пель, там все дела. Да вообще Евклид. Представим себе, что это число очень хорошо приближается к рациональному. Что делаем тогда? Правильно, правильно. Владимир Викторович совершенно прав. Возводим в степень m и получаем, ну, конечно, не совсем равно, но очень близко. А тогда p умножить на q в степени m очень близко к t в степени m. Но это целые числа, натуральные. Это значит, что, ну, там больше-меньше кто-то из них, больше кто-то меньше, это не важно. Получается, что в результате вот в этом равенстве уже точном L мало. Но если оно мало, то и радикал тоже будет, ясно, что мал. Да, уж точно. Ну, а здесь радикал падает в m раз и здесь, и здесь. А p маленькое, опять же, по перебору. То есть это совершенно гениальная идея была у него, у этого Рейсата. Гениальнейшая идея, что вам компьютер вон на ладони приведет эти большие коэффициенты. Ну, если, конечно, вам жутко не повезет, то вы перебирали, и нигде больших коэффициентов не было, да? Но он нашел. Знаете, что он нашел? Компьютер ему выдал. Следующее. Когда он это получил, он сразу понял, что завтра его ждет великая слава. Я подозреваю. Он получил корень пятой степени из 109 равно 2 плюс 1 делить на 1 плюс 1 делить на 1 плюс 1 делить на 4 плюс 1. Знаете на что? Ваши ставки, господа. 77 700. Вот так. Ну и дальше что-то.
Вот так. Вот такой подарок судьбы. Ну что дальше он делает? Ну понятно, это означает, что вот это все как бы бесконечно близко. Вот корень пятой степени из 109 невероятно близок к числу 23 девятых. Настолько, что если вы вычислите на компьютере, там, по-моему, 8 совпадающих цифр после запятой. То есть что-то совершенно невероятное. Ну, теперь понятно, как Владимир Викторович сказал. Возводим в пятую 109, очень близко к 23 в пятой, делить на 9 в пятой. Еще один подарок в том, что девятка — это тройка в квадрате, да? То есть еще один подарок в том, что это на самом деле 3 в десятой. Итого 109 умножить на 3 в десятой невероятно близко к 23 в пятой. Невероятно. Вы меня спросите, как именно? Что стоит между ними? Ну, это же два нечетных числа, да? Значит, какой минимальный вариант? Два. Я вас поздравляю, это два. Просто, понимаете, вот как... Я шел по берегу в 1981 году, когда мне было 7 лет с половиной. Мы шли по берегу около впадения реки Гауя в... Балтийское море в Латвийской Советской Социалистической Республике. Шли, ну как-то мы слышали, что янтари бывают. Ну идем, идем, мой брат наклоняется. О, янтарь, янтарь, янтарь. Нифига себе, янтарь, правда, да? Идем дальше. Мама наклоняется, говорит, янтарь, янтарь, да. И тут я наклоняюсь и говорю, янтарь. Все, что? Мы потом пошли в Риге в музей. Я показываю этот янтарь. Что? У нас годами такие ищут, не находят. Годами! Это невероятного размера янтарь. Как вы это вообще могли найти? Я говорю, ну шел и нашел. 7 лет парню. Я его еле в руке удержал. Можно сказать. А вот так вот это тоже янтарь, правда? Настоящий янтарь. 77700. Эти два числа отличаются на 2. Осталось понять, в какую сторону. Это задача на арифметику остатков. Понятно, да? Мы должны вычислить последние цифры. Если мы знаем, что на 2, то нужно вычислить последние цифры. 23 в пятой. Что последняя цифра будет? 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. 3 будет, правда? Здесь 3, а здесь 1 будет, если проверить. Ну, значит, мы знаем, в какую сторону. Наша невероятная тройка-чемпион на сегодня абсолютный чемпион среди всего, что найдено даже компьютером, перебором, имеет вот такой вид. Тройка-чемпион перед вами. Фактор 1,6299. Но дерзайте, это не конец. Это, я совершенно уверен, что есть и более крутые тройки, мы просто до них еще не дошли. Но, может и нет. Тогда надо доказывать, что это самый большой. Вот такая вот история. Но давайте вернемся теперь к простым числам. То есть это самая великая проблема арифметики сегодняшнего дня, нерешенная. Это гипотеза АБЦ. Ну и вместе с ней пришла деятельность. То есть гипотеза АБЦ — это вот доказать, что при любом эпсилон будет только конечное число. Только это будет принято важными маститыми алгебраическими геометрами. Но если вы напридумываете новые АБЦ-тройки, бесконечное семейство, то это тоже как чуть-чуть там будет интересно кому-то. Ну, конечно, самое... Ну если вы придумаете тройку с фактором больше, чем у Рейсата, то да, вы... Ну вот янтарь, да, ищите янтари. Надо же придумать, как можно было бы, да? То есть тут нужен какой-то прикол, вот что-то подметить, какую-то схему, в которой родится эта тройка АБЦ. Ну согласитесь, что эта идея красивая, вот эта с цепными дробями, да? Ну может и еще есть еще более красивые идеи, кто его знает? Да, надо искать. Но вот эта вот задача совершенно с отсутствием даже метода какого-то, то есть мы ничего про это не можем сказать. Любой из вас может взять и придумать. Какой-то новый метод и показать завтра тройку АБЦ там, с фактором, не знаю, 2,5. Ну, так, теоретически это может быть. Учтите, что этим занимается 200 тысяч человек в мире.
То есть, наверное, это не очень просто. Так, ну хорошо. Давайте про простые числа поговорим. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, да? 41, 43, 47, пожалуй. 53, наверное. Дальше я могу дальше уже немножко. Я все-таки не наизусть помню. Ну, вроде наизусть, но могу случайно что-нибудь пропустить. 71, 73. 79, 83. Да? 89, да? Не, она на 3 делится. 97. Ну и впечатляющий кортеж. Вот такой. Но это то, что я уже вот читая лекции про простые числа и их загадки, я вот это вот там более-менее запомнил наизусть. Дальше нет. Ну и, конечно, есть там виртуозы, которые помнят простые до тысячи. Там, но это уже так не очень понятно, только для тренировки памяти. Я, например, помню все номера российских регионов вместе со столицами зачем-то. Я не знаю, зачем у меня мозг держит эту информацию, но почему-то он ее держит. Вот. Ну и вот, значит, вот есть такой ряд, да, чисел. Дальше как бы первое утверждение теоремы Евклида, да, теорема Евклида. Она говорит о том, что этот ряд бесконечен. Этот ряд бесконечно длинный. То есть, иными словами, никогда не будет последнего простого числа, после которого уже все числа на что-то доделятся. Проведем формальное рассуждение Евклида. Кто его знает, поднимите руку. Ага, молодцы. Давайте проведем. Итак, от противного, да, мы должны такие вещи, ну, намек есть, что нужно делать поступать от противного. Давайте предположим, что где-то случился вот последний какой бы вот вариант, вот последнего простого числа. Все, дальше простых уже нет. Все остальные на что-то делятся. Значит, уже делится на, ну, короче, на вот эти. Все остальные при разложении на множители просто содержат вот этот конечный набор там, в каких-то степенях. Вот, тогда я хочу заметить, что, первым делом хочу заметить, что у любого числа существует простой делитель. Мы уже это проходили, да? Ну, почему это так? Потому что делитель моего делителя — это мой делитель. Да, вассал моего вассала — не мой вассал. Но делитель моего делителя — это мой делитель. То есть, если А делится на Б, то есть Б — это мой делитель, а Б делится на С, то есть С — это делитель моего делителя, то тогда С — это мой делитель. Это очень важное свойство. Поэтому, когда вы начинаете раскладывать на множитель какое-то число, на множители, то все дальнейшие множители всех чисел в разложении тоже будут вашими собственными. И поэтому, если вы дальше разлагаете, вы упретесь в простое число, которое и вашим тоже делителем будет. Поэтому у любого числа есть простой делитель. Какой-нибудь, хотя бы один. Ну, как бы, ну, это вроде и так очевидно, там, из разложения. Но, в общем, это очевидно. Хорошо. Тогда я напишу дважды, трижды, пятью, семью, т.д. Перемножу все эти числа и на последнее тоже умножу. Почему я могу так сделать? А потому что их конечное количество. Конечное количество чисел перемножить друг на друга можно. Бесконечно никак нельзя, вы в бесконечности улетите. То есть есть формальная, совершенно, ну, как вот формальная операция такого произведения выдаст вам натуральное число, и вы к нему прибавите единицу. У этого числа есть простой делитель. Согласны? Прекрасно. Но все простые вообще числа вот в этом наборе. Правильно? Но если так, то предыдущее число делится на все простые числа. А значит, следующее не может ни на одно из них делиться. Вслед за четным идет нечетное. Вслед за делящимся на 3 идет число, которое имеет остаток 1 при делении на 3, да? И так далее. То есть это число дает остаток 1 от деления на любое простое число. А значит, ни на какое из них делиться не может.
То есть у этого числа на самом деле нет простых делителей. Противоречие получено. Все. Часто на два случая рассматривают, говорят, либо оно само простое, либо имеет простой делитель. Не нужно, на самом деле, просто мы сразу говорим, у него нет ни одного простого делителя. Потому что все возможные простые делители — это вот эти числа, а оно имеет остаток 1 при делении на любой из них. Противоречие доказывает, что... что оно доказывает, да? Вот часто школьники не понимают, в чем заключается, да, метод доказательства от противного. И взрослые не понимают. Мало кто вообще понимает, что такое метод от противного. Я должен привести ситуацию к какому бы то ни было противоречию, к любому противоречивому утверждению. Тогда то, что я изначально предположил, было неверно. Изначально я предположил только одно, что они закончились. Все остальное следовало из этого. Значит, они не закончились. Я получаю кучу писем следующего содержания и комментариев на YouTube-канале, где выложены эти лекции. Алексей Владимирович, а вы ошиблись? Дважды, трижды, пятью, семью, 11 на 13 плюс 1 – непростое. Я раньше на два случая говорю, либо простое, да? Но мы сразу видим, что оно не простое, потому что оно больше всех простых. А раз не простое, ну хорошо, какой-то простой делитель есть. Я после этого стал вот это вот сокращать. Я говорю, просто у него нет простого делителя. Понимаете, да, в чем, как бы, ну, в чем ошибка у человека, который пишет такое письмо? Правильно, да, у него есть простой делитель больше 13. На самом-то деле 13 не последнее простое число, да? То есть человек улавливает из доказательства от противного... Какой-то выхватывается момент, вот это надо объяснять, это в школе надо объяснять. Сейчас очень трудно работать с доказательствами, дети перестали понимать доказательства. Доказательство — это важнейшее, что как бы отличает человека от обезьяны, вот если так честно говорить, да? Это вот то самое главное, да? Умение понимать доказательства. Вот это, в этом рассуждении вывод о том, что это число не, ну, является простым, да? Делается на основании того, что это было последним простым числом. И это промежуточный вывод, он сразу зачеркивается, да? Вот. И, соответственно, если это не последнее, то ничего этого сделать нельзя. Действительно, там, по-моему, 59 будет делителем. Вот. То есть здесь как бы нет понимания, что доказательства от противного, все утверждения, которые сделаны, они все уже не верны. Они вообще все не верны, но... Как бы мы должны привести к какому-то такому, что оно вообще неверное, что мы сразу это видим, да, что это противоречит аксиомам математики. Пока мы не приведем, мы должны проводить рассуждения. Но то, что по пути нельзя применить к ситуации без этого предположения. Вот. Но вот это тонко, это на самом деле очень тонко. Это, с этим надо как бы привыкать и работать, вот с такими рассуждениями. Ну, в общем, мы доказали, да? Простых чисел бесконечно много. Хорошо, но... Как они вот распределены, да, то есть как они, как дальше, что дальше с ними будет происходить? Вот я вижу здесь прям, блин, плотничок, да, плотничок идет. А, скажем, 2017 год был простой, а следующий, знаете, какой будет простой? Только 27-й. Конечно. Ну, если ядерную бомбу... А, нет, вы-то здесь вообще доживете. Мы уже в Москве не очевидно, уже все москвичи там разбегаются. В Адыгее земля в 10 раз подорожала. Москвичи разбегаются, потому что скоро ядерным ударом Москву снесут, думают они. Вот, но в Петрозаводске будет все хорошо. Вот, в общем, значит так. А если я залезаю в район миллиона, например... Вот где-то в район миллиона, и исследую простоту чисел, ну, не знаю, от 999 тысяч до 1 миллиона 1 тысячи. Да? Вот здесь у меня там 2000 чисел, ну, я могу посмотреть на какую-то статистику уже. Но если мало, давайте расширим диапазон какой-нибудь, сделаем длиной в 20 тысяч. Или в район миллиарда залезу. И изучу там миллион подряд идущих. Миллион подряд идущих. Так. Уже трудно, да?
Давайте еще минут 15, ладно? 15 и все. Я... 20, да? 20, отлично, да. Вот. Что про это вечно можно говорить. У меня лекция про... Если вы наберете знаменитые нерешенные проблемы школьной математики, на вас вывалится куча лекций из интернета. Они в совокупности образуют примерно 5 полноценных лекций по 1,5 часа. Ну, просто я жонглирую. На каких-то одни рассказываю, на каких-то другие, да? А называется одно и то же. Потому что действительно это красивейший прям целый курс про то, какие бывают нерешенные задачи, формулируемые простейшим языком. Но сегодня будем про числа говорить. Вот. Ну вот давайте про простые договорим. И про простые еще много чего интересного сейчас мы расскажем. Ну вот, смотрите, берем вот здесь, да, 1 000 000 подряд идущих. Как вы думаете, сколько будет здесь простых? Иными словами, с какой частотой они здесь встречаются? С какой частотой они здесь встречаются? С какой частотой они встречаются вот где-то здесь? То есть... Примерно каждое ln-ное число. Отлично, отлично. Да, значит, чтобы, да, не будем, сократим время, не будем гадать. Гипотеза Гаусса. Гаусса. Она же теорема в начале Чебышева в неточном виде. Так, Гаусс, ну Гаусс я не помню, это какой-то 18 век. Соответственно, нет, наверное, начало 19-го, скорее всего. Я не знаю точно, он там он на, кучу всего навершил в районе 1800 года. Был в силе прям. Чебышев 1852, Гаусс еще застал эти результаты. Был поражен глубоко ими. И спустя 40 лет Адамар и Вале Пуссен независимо окончательно вбили гвоздь в 1891 году. А в чем же это заключается утверждение? Оно заключается в том, что предел, простите, школьники, предел, преен стремится к бесконечности. N-ное по порядку простое число. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, да, помним? 71, 20. N-ное по порядку простое число умножить на логарифм натуральные числа n. Что это такое, я сейчас все-таки скажу, но очень уже кратко. Так. Нет, не так. А наоборот, вот здесь. То есть n-ное число делить на n и на логарифм натурального числа n. То есть в данном случае 71 делится на 20, это его номер, и на логарифм этого номера. Вот этот предел равен, ну чего вы думали? Единице. Это, блин, я сейчас весь мел ваш сломаю, простите меня, пожалуйста. Так, весь мел, он что-то длинный, ломается. Я буду вот этим коротким. Вот это называется асимптотический закон распределения простых чисел. То есть в районе какого-то там большого числа простые встречаются каждый логарифм n, то есть логарифм вот этого числа n, логарифм. Что такое логарифм? Мне нужно взять какое-то странное число, примерно равное 2,7, и умножать на себя до тех пор, пока не получится n. Вот это вот сколько раз нужно умножить, это и есть логарифм n. Вот это количество раз. Вот определение логарифма. Берем некое странное число 2,7. Я уже не буду уточнять ничего про него больше. Но студенты знают, что это число e. И начинаю умножать на себя, пока не получу n. Ну, для школьников просто прикиньте, что как бы для предыдущего раза еще меньше n, а если еще раз умножить, то больше n получится. И вот это вот примерно в этом месте живет как раз логарифм. Вот на этот логарифм надо домножить здесь. И вот это выражение с ростом n все ближе к единице становится. Грубо говоря, вот в чем соответствует. Там есть более точная, строгая форма. Ну и вот первым практически, там первые результаты совершенно потрясающие были у Чебышева. Петра, ой, Пафнутий Львович Чебышев, наш с вами соотечественник, великий математик. И потом два француза доконали. У этого, кстати, есть очень красивая нерешенная задача. Ну, сейчас посмотрим, может, в самом конце я ее сформулирую. Так, то есть это вот распределение простых. Но, с другой стороны, смотрите, вот парочки вот такие. Вот если вы здесь смотрите, то тоже будут
встречаться пары подряд идущих, длинные-длинные. Числа почти до конца одинаковые, только у этого в конце 1, у этого в конце 3, например. Или у этого в конце 9, а этого через 2 в конце, значит, соответственно, ну, на 1 больше и 1. То есть, если вы посмотрите на выкладку компьютера, выдачу компьютером простых чисел, то вы обнаружите везде, куда бы вы ни залезли, случаи, когда 2 простых отличаются всего на 2. Что это? Это случайность такая начального отрезка или так всегда будет? Если мы верим в асимптотический закон распределения, ну, в смысле, он уже доказан, что в него верить, с учетом доказанного асимптотического закона распределения простых чисел, кажется, что это не должно быть так, потому что в районе, например, числа 10 в степени, да вот 2,7 в степени, скажем, миллиард, логарифм этого числа, понятно, как раз равен миллиарду, да? А в районе этого числа каждое миллиардное число оказывается простым. Каждое миллиардное только, это очень редко встречается, то есть долго-долго надо ждать. И тем не менее, это не гарантирует нам, что не будут эти вот как бы близнецы. То есть есть как бы два конкурирующих утверждения. Первое называется гипотеза Евклида. Гипотеза Евклида — это самая вообще старая нерешенная задача математики. Самая старая. Простых. Через 2 соседей бесконечно много. Он назвал их близнецы, простых близнецов. Близнецы, это которые через 2 идут. То есть гипотеза, что во всем бесконечном натуральном ряду бесконечное количество раз встретятся простые на расстоянии 2. Хотя в среднем они друг от друга разбегаются. В среднем. Но это в среднем, а рядом это не будет противоречить вот этому предельному закону. Вот. Но, значит, конкурирующая гипотеза совершенно экстремально в другую сторону ведет. Она говорит, да нет же, просто начальный отрезок так хаотичен. В конце концов, через 2 кончится, не будет таких, что p и p плюс 2. И более того, и дальше даже через 4 не будет. Да и дальше через 6 тоже кончится. Да и через 8 кончится. Кончится через любое конечное количество. Вот будете просто смотреть все дальше и дальше и дальше. Если залезете, там, например, в 10 в степени 10 в степени миллион, да, туда. И вот там у вас уже ни близнецов не будет, ни через 4 не будет. Ну, там через, например, 6 еще будет. А вот залезьте еще, и уже эти тоже исчезнут. То есть асимптотический закон все-таки все перебьет. Ну и как бы вроде так выглядит это разумно, да, что, ну, разбегается же, наверное, все-таки разбегается. Наверное, расстояние между соседями простыми так и пойдет в бесконечность постепенно в качестве предела. Ну и никто ничего про это вроде как не знал, довольно долгое время не знал. Довольно долго. И вдруг, как гром среди ясного неба. Вот. Ровно 10 лет назад. Вы понимаете, что такое 10 лет в промежутке вот этой всей математической вечности? Математикой занимается 3000 лет. Гипотеза Евклида сформулирована 2500 лет назад. И вот 10 лет назад, в 2013 году, выходит статья Итана Джанга, китайского математика, работающего в Соединенных Штатах Америки. И что же он говорит? Он говорит и доказывает. Говорит и доказывает. Во всем натуральном ряду бесконечном бесконечно много раз соседние простые окажутся на расстоянии меньше, чем 70 миллионов. Не, ну, понимаешь, что во всем бесконечном. Это же 70 миллионов, это ничто. Возьмем расстояние от Москвы до Петрозаводска и напишем во всем, вот на всю длину числа. Вот так, цифра за цифрой. 10 в степени 10 десятый, да? И в этом районе таких чисел все еще где-то будет после этих чисел
будут два простых на расстоянии всего лишь вот так, то есть в последних семи циферках разница, да, вот это вот. Это взорвало мозг всех ученых, то есть все, опровергнуто, идея логарифмического, вот этот, ну, закон, он не опровергнут, он доказан, все с ним хорошо, логарифмический закон верен, но простые настолько неравномерно распределены, что они бесконечное количество раз возвращаются к этому самому. То есть опровергнута вот такая вот гипотеза, которая, естественно, вроде как должна следовать, ну, не следовать, а намекать, асимптотический закон распределения простых чисел намекает на то, что расстояние между соседними простыми просто идет в бесконечность. Нет, не идет. 2013 год. Итан Джанг. И это сразу назвали константы Джанга. Сейчас это общий термин просто такой. Общепринятый константа Джанга. Это то минимальное число, на расстоянии которого соседние простые встретятся бесконечное количество раз. Евклид предполагает, что константа Джанга равна 2. В течение 2013 года 70 миллионов оперативника заменили на 246. Даже не тысяч, а просто 246. Вот такая удивительная константа. На сегодня константа Джанга, по-моему, все еще 246, но надо проверять. Может быть, и ниже уже. Но все-таки от 246 до 2 есть определенный зазор. Так что дерзайте, дерзайте. Вот, вот вам зазор для работы, да? Вперед! Ну а завершу я. Гипотеза Адамара. Я узнал о ней очень недавно. Мне ее рассказал Андрей Михайлович Райгородский. Помните такого? Кто его видел вживую? Поднимите руку. Знаете, что такое катарсис, да? Катарсис. Вот гипотеза Адамара — это как катарсис. Нарисуем матрицу, в которой только единицы и минус единицы. Ну, таблица. Таблица n на n, в которой все вхождения равны либо 1, либо минус 1. Потребуем, чтобы... Так, ну, скалярное произведение. Кто знает, что такое скалярное произведение? Ну, многие. И это на это, плюс это на это, плюс это на это, и так далее, и плюс это на это. Вот такое число. Оно определяет угол между векторами, вот такими в n-мерном пространстве. Так вот, хотим добиться, чтобы все скалярные произведения вот таких вот строк друг с другом были равны нулю. Иными словами, мы в n-мерном пространстве, это уже говорят для студентов, ищем ортогональные базисы, состоящие в координатах из единицы минус единицы. Ну, например, 1, 1 и 1, минус 1 на плоскости. Так и так. Чем не ортогональный базис из одних единиц? Отлично, все можно сделать. А для трех задание на дом, что не существует. Для четырех существует. Потом довольно просто, но все-таки не очень, доказывается лемма, что если существует, то n равно 2, либо n делится на 4. Вот так. Ну, отдельная очень простая лемма заключается в том, что ни для каких нечетных не существует. Что для трех это не случайность. Почему для нечетных не существует? Тут кто-то должен сразу объяснить. Подсказка. Даже первые два вектора уже не имеют никаких шансов быть перпендикулярны друг другу. Это на это равно 1 или минус 1, да? Это на это равно 1 или минус 1? Сумма нечетного количества единиц или минус единиц? Не может быть нулем. Сумма нечетного количества нечетных слагаемых нечетна. Это у Светы моей, значит, которая доченька учится в 444-й, да, сейчас, у них в 5-м классе, четко. Сумма нечетного количества нечетных слагаемых нечетна. Сумма любого количества слагаемых, в которых нечетное количество нечетных, нечетно. Произведение любого количества слагаемых, где есть вкрапление четного, четно, да? Произведение нечетных чисел всегда нечетно.
Ну, такие вот как бы мантры, да, и они их проверяют на основе этого, решают задач кучу. Сейчас у них как раз вот эта тема. Вот, то есть никаких шансов на нечетные нет. Но оказывается, что если не делится на 4, то только вот 2 на 2. Но дальше никаких видимых противоречий нет. И до числа, по-моему, 676 доказано, что такой базис существует для всех n, делящихся на 4. Но, внимание, дальше ничего не известно. То есть неизвестно, не доказано и не опровергнуто, что при любом n, делящемся на 4, существует в n-мерном пространстве базис, ортогональный, состоящий из векторов, только с компонентами 1 и минус 1. На сим завершаю. Спасибо за внимание. Поднимите руку, кто здесь бывал. О, отлично. Практически все. Ну, тогда все, конечно, знают и про сайт Саватеев XYZ, про 100 уроков математики. Короче, я думаю, что нет. Хотите про спойлерю? О, скоро выйдет разговор на троих на канале Математика МГУ. Павликов, Саватеев, Рогородский. Там я опозорен страшно. Мы стали играть в слова, выписывали большое слово, из него делали много маленьких. Я проигрываю Павлику в 1.5 раза, и Рогородскому в 3. Стабильно. То есть там, где Рогородский выдумывает 60 слов, я выдумываю 20. Павликов, значит, соответственно, где-то 40. Я не знаю, что с этим делать. То есть это какой-то ужас. Видимо, Рогородский только и делает дома, что играет в слова. До новых встреч! Всем откуда-то привет и удачи!